начинаем наше путешествие. Мы постараемся не разгромить Краков. И Вроцлав, и Прагу. Ну, чуть-чуть. И доехать до дома живым. She's not your baby, baby, baby. She's not your baby, 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 baby. She's not your baby. Настоящие европейцы пьем Starbucks по утрам. Уже смачно. И жалею, что не взяла пуховик сегодня, потому что на улице плюс 16. Сегодня 17 июня, вот если так, что. Червень, да. Мы идем на экскурсию «Еврейский Краки». Думаю, что будет очень цікаво. Экскурсия на халяву, кстати. Но мы же украинцы, мы найдем везде. Давай. Shallow years in fright. Dreams are made winding through my head. Through my head. So many people died here. 6 million Polish people died during the Second World War. 3 million Jews, 3 million Christians. Рубашка, зимня кофта и курточка, тепер мені тепло. В червні. На минуточку. Буквально через несколько минут начнется фест. Ты счастлива? Я дуже счастлива. Yeah.
Я ледь говорю. А я взагалі не говорю. Да, так що так, живі, слава Богу, вражень просто імєрено. Привет, Рослав! Club, it's my nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Look around, look around, look around. Скайпауер у Вроцлаві. Дуже-дуже гарно. It's emotional, and I've told you so, but you had to know. Девочки не голодают.
додому. Ну хіба не краса? Можна ми тут ще годик побудемо, потім ми вернемося, може бути? Можливо. Хоча ймовірність, я скажу, дуже низька. Ми п'ємо настояще чеське піво. Наше путешествие не закончилось, мы в Мукачево. Хотите выглядеть как мы, чтобы не иметь возможности открыть второй глаз и разговаривать нормально по путешествию, типа подольше? Недельку. Ой. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Волнительный момент. Чистюли. Я не залезла. Чистюли. Я очень аккуратненько. Впервые пробую Starbucks. Не верьте рекламе, кофе на Подоле лучше. Джульетта ждет своего Ромео на балконе. Где же он? Потеряла. Ромео, где ты? Ау! Нету его. Привет, Рослав! Сейчас поду. Завтра есть еще перепишем еще на какой-то другой осень. Люди веселые, уже хорошо. Мы в Праге. Дуже змучені. Дорога виявилася трошки важкою, але зараз будемо сайтси. Завтра виспимся, нормально буде. Давай. Традиционне. Мама, я тебе обещала много раз не лазить по крышам, но я не смогла сдержать свое обещание. Куда идем мы с Пепочком? Большой-большой секрет. И не расскажем никому. Нет, и нет, и нет. Сегодня наш останній день в Празі. Мы уезжаем уже завтра. Мы очень устали, но при всем при этом не хотим возвращаться назад, правда? Не хотим возвращаться назад. Тут так красиво. Но мы еще вернемся в Прагу, правда, когда-нибудь. Вот такая прогулка. Bye-bye. Bye.